Добрый день. Мы подъехали в магазин, который торгует траками. Даже не совсем траками, а вот как называется правильно? Эдик, это у нас... Это у нас трейлеры, да? VIP-трейлеры. А, VIP-трейлер, тут дом на колесах. Вот, смотри. Вот здесь стены раздвигаются, и у него больше. А когда съезжается, стены съезжаются. И получается кухня вот съезжается столиком. Ага, то есть вот эта вот модель считается VIP, да? Да. Самая новая модель, самая крутая, $300,000 сейчас она стоит. Вот это вот, новая 300 тысяч стоит, да? 300 тысяч, да. Вот это у них здесь туалет. Ух ты как, да. Вот это, да. Здесь у них спальня. Спальня, уже значит, встроенный холодильник. Стена выдвинута, стена. А когда они едут, стена сдвигается, и спальня почти под самый шкафчик. Там душевая, я думаю. Открой, посмотри, все оплачено. Здесь супер... Вот это ванная комната, осторожно. Максим! Слушай, да, тут круче даже, чем во многих домах в Москве. У него в середине свой генератор, он дает спутниковое телевидение. А, и душевая кабина здесь даже есть. Да, да, да. Круто. А здесь все вывозит. У него циркулируется чистая вода и канализационная вода, он все вывозит. То есть у него свой собственный генератор, да. У него своя вода собственная, да. Свой туалет. Да. А когда он приезжает куда-то на стоянку, он подключается к коммуникациям, да? И он сливает все и заправляется чистой водой, и он подключается к электричеству. Ему не надо свой дизель жечь, он просто подключается. Ну, в принципе, он может и на дизель на своем работать, да? Да, да. А печка газовая, да? Камин даже есть, знаешь? Даже камин есть? Камин и телевизор. Ох, нифига себе. Как круто. В квартире, прям, даже лучше, чем в квартире любой. За enjoy. Ну, это 300 тысяч именно, да? То есть... Вот это самый дорогой, мы с него начали. Это вот самый-самый дорогой. Да, сейчас можем пойти дешевле, там, показать. Что... Да, но это вообще не вмещается в голове, вот это вот, все вот это как дело. Квартира прям. Это квартира. Квартира. Включай, сделай короткий ролик.